Привет, друзья! Разбираем поведение букв в словах. Перед нами чеснок. Thaum. Thaum. Буква Th, межзубный глухой Th. Буква Wow. В данном случае она фигурирует как согласный W. W. И буква Мим пишется двумя способами. Вот таким и вот таким. Thaum. Thaum. Фатха и сукун. Обратите внимание, на букве вау стоит сукун. Thaum. Thaum. Чеснок.